Милые швейцарские зарисовки. Наш хайк и весь Эрато. Прекрасная компания. Резкий подъем. Места распределяются. В общем, зачеты за три вот эти, да, категории. Тот самый праздник. И это все с видами на Титлис. Все вид на Граушток. Та вершина, которую мы сегодня планируем покорить, честно говоря, она выглядит очень-очень далеко пока. 2 часа и 800 метров позади. Для уставших есть гамак. Это наша цель, пока она еще в облаке. Выбрали такое замечательное место для пикника. Херата. Вот мы все время пристегнуты карабинчиками. И мы их вот так вот перестегиваем. Довольно-таки людно на Верхерате. Ждем своей очереди. Непонятно, куда ставить руки и ноги. Учим здесь парня, как идти вверх и вниз. Кажется, легко. А на самом деле очень нелегко. Я уже попробовал и спустился, честно говоря. Сейчас будет моя вторая попытка. Вот ребята преодолевают самый такой тяжелый участок. Прошли сейчас сложную часть. Здесь немножечко они отдыхают. Вот с такими, да, легкий участочек. Зато виды, ребята. Да, ребятушки? Да. Это Граушток. Наша цель. Нам. Ребята все в предвкушении и в ожидании. Уже залез на эту скалу. Мы следующие. Ребята там где-то внизу. У нас реально отвесная стена, по которой нам предстоит вот на туда, на самый верх забраться. Катюху догоняет какой-то швейцарский скалолаз. Вот по масштабу людей, стоящих на тропинке внизу, в принципе, понятно, на какую высоту мы забрались. Иногда было, конечно, так весело. Фух, не смотрим вниз, смотрим по сторонам. Любуемся такой скалой. Я же дожидаюсь вместе с Сашкой своей очереди. Греемся на этой теплой скале. Вдыхаем ее аромат. И утучу. Володя, как впечатление? Страшно, но оно того стоило. Давай еще немножечко. Было двое родителей, между ними на веревках ребенок, а еще один ребенок сидит в рюкзачке. Нам интересно, они полезут сюда? Не. Жизнь, она везде. Вот дикий луг, например, здесь. Такая каменистая пустыня. И луг. Кто-то такую красоту здесь сделал. И тишина. Энгельберг. Сейчас мы будем делать наши стандартные видео. Мельзефрут. И облака. И стандартное видео. Иисус. Когда я скажу. Сашок. Надо подпрыгнуть, как говорится. Мы скажем ура, ура, ура. Договорились. Ну что, ребята. Мы достигли такой-то вершины. Мы достигли вершины Граушток. Высота 2660 с чем-то метров. Ура! 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 И идем, смеемся вниз, пытаемся успеть на подъемник. Такой долгий, каменистый спуск с попыткой успеть на подъемник. Ура! 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 Очень довольны. Теперь нам челлендж успеть на следующий подъемник. Шикарная площадка на Трубзе. Мы не можем тут походить вот по мостику, например, и полазить и пожарить что-нибудь. Хотелось посидеть в этом туалете, но, к сожалению, не успеваем. Придется бежать. Очень люблю такие вот швейцарские магазины селф-сервис. Берешь, что тебе нравится. Ягоды, например. Сыры. Вот даже сыры можно попробовать. Хочешь ли ты его брать или не хочешь? Набрать цветов, и после этого можно ехать домой.